Спасибо, месье. Для чего, мадам и месье? Проходите, пожалуйста. Добрый день. Bonjour. Добрый день. Не хотите конфетку? No, merci. Нет, спасибо. Автобус такой плохой транспорт. Et moi, je pas dommage. Я не нахожу его плохим. Сначала придет человек, который объединит все народы под своим знаком. Он пообещает бессмертие на земле каждому, кто захочет его. Это и будет Антихрист. Вы не могли бы вернуться на свое место? Всадники апокалипсиса давным-давно рассеялись среди людей. Они только ждут сигнала, чтобы истребить бесовское племя. Ну, тогда я пойду на ваше место. И если мы хотим спастись, нам придется взять в руки меч. Я тоже возьму. Мадам, пожалуйста, оставьте меня в покое. Я хочу драться в этой битве, пока держится моя голова. И хочу погибнуть на поле боя. Вы будете со мной? Оставьте меня, я сказал, оставьте. Арвар! Арвар! Ну что, набегался? Сейчас я сделаю тебе инъекцию, и ты заснешь. А через полчаса у тебя откажет дыхание. Где-то я уже это видел. Парблю! О, сальвари! Пардон, месье, пардон. Да вы что, с пола в руку? Тебе не все равно. Ну все. Ты меня достал. Нифига себе!